минуты о загородной жизни. Что-то вы мне не даете. Это что? Это, судя по шипам, это крыжовник у вас. А это что? А это виноград. Да, это тоже крыжовник. Крыжовник пришел к нам из Северной Европы, и там его называют северным виноградом. И у нас тоже это название уже прижилось. Вот, два вида всего, два сорта. Но на самом деле крыжовников бывает более 1500 сортов выведено. Они бывают и зеленые, и желтые, и всевозможные. 1500, представляешь? Польза от него безумная, по одной простой причине. Что в нем, конечно, находятся всевозможные витамины, минералы. Я даже не буду их перечислять, потому что это полноценный набор. Но особенно полезен крыжовник, знаешь, кому? Нет. Ну и тебе тоже, кстати. Крыжовник полезен тем, кто желает похудеть. Потому что это очень хорошая диета. Но нужно 800-900 граммов в день съесть этого крыжовника. Причем он должен быть основным блюдом. Но мы все равно не об этом. А о чем? О том, что мы сегодня, учитывая, что у меня очень хороший куст крыжовника, ты видела, какой он такой, хорошенькие ягодки, да? Вот. Мы будем его сегодня размножать. Размножать мы его будем не черенками, а простыми отводками. Дачники тоже это знают, как это делать, но тем не менее напомнить не лишнее. А уж кто помоложе, тот точно не знает, как это сделать правильно. Ты вот знаешь? Мастер-класс требую. Давай. Значит, что мы делаем? Мы берем молодой побег. Мы берем у этого побега, пригибаем его к земле. А вот в этом месте, где он будет к земле пригнутый, мы сделали надрыв коры. А зачем? Вот затем, что после этого мы его опудрим корневином. После того, как мы опудрили его корневином, мы делаем лунку, пригибаем его к земле и пришпиливаем плотно к земле шпилькой. И вот после этого мы можем его... И что же, он пустит корни? Он пустит корни в этом месте, и весной можно уже будет отрезать вот так. Мы получим два молодых растения, как минимум, потому что одно растение у меня уже пришпилено. Вот так. Давайте перейдем простенько к арифметике, вот, и к похудению. Интересует меня эта тема, как я буду худеть с помощью этого куста. Давайте поговорим. Надь, ну ты никак не будешь, это моя ягода с помощью этого куста. Я буду худеть. Но у крыжовника, кстати говоря, очень мало противопоказаний, но они есть, потому что крыжовник не рекомендуется, знаешь кому? Язвенникам, потому что повышает кислотность. И, пожалуй, не рекомендуется больным сахарным диабетом. Все остальное только на пользу. А 700-900 граммов, это вырастить можно с одного куста или целую плантацию? Нет, 700-800 с одного куста можно вырастить, кстати говоря, до 6 килограммов. И такой урожай, как правило, хороший всегда у людей, которые в основном лето проводят на даче. Они ходят вокруг, обрабатывают, подкармливают, проверяют, чтобы тли не было, чтобы всякие болезни не прицепились к кусту. Ну, это обычная история дачника. Задавай вопрос. Так надо уже заканчивать шикарную передачу. Передача про крыжовник закончена. Это «Утро на Енисее». 3 минуты о загородной жизни.